В Беларуси подготовлена программа действий по стабилизации цен. Проект направлен на борьбу с инфляционными ожиданиями, насыщением рынка товарами, наращиванием импортозамещающего производства. Кроме того, механизм предусматривает ограничение повышения стоимости у производителей сельхозпродукции. К слову, в прошлом году за грубые нарушения торговли 53 субъекта приостановили свою деятельность. 8 мая адвокаты республики проведут бесплатные консультации для малообеспеченных. Задать можно любые вопросы, не связанные с предпринимательской деятельностью и не требующие ознакомления с документами. Подробную информацию о проведении акций в каждом регионе можно будет узнать на сайтах территориальных коллегий адвокатов. Бобруйская горная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды призывает граждан отказаться от пластиковых цветов. Инспекция совместно с общественными экологами, эко-волонтерами организует акцию по раздаче живых растений и саженцев, которые можно будет использовать для благоустройства могилок. Обращаться по номеру телефона плюс 375 44 552 70 54. 9 мая Бобруйск встретит с размахом. Жителей и гостей города ожидает насыщенный день. Возложение венков и цветов, шествие праздничной колонны, концерт, работа полевой кухни, автопробег. Также спектакль «Василий Теркин» и флешмоб. Вечер завершится акцией «Поем вместе песни Победы» и кинотеатром «Под открытым небом». С полной программой можно ознакомиться на сайте bobrulife.by. 11 мая с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение социально-культурной сферы, образования, здравоохранения, труда и социальной защиты. Также разговор коснется вопросов экономики, предпринимательства, контроля за исполнением документов и работы с обращением граждан и юридических лиц.